В зале помещается всего 10 человек, грубо говоря. Понимаете? Это демократия у нас такая. Суды давно вот так отметают все, чтобы не показать то, что там творится. Вы не представляете, в других судах вообще есть залы, где всего 3 человека помещается. Вот помимо обвинения и защиты еще 3 человека помещается. Поэтому прошу вас, поддержите людей. То, что там творится, это на суд не похоже. Позор! 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 Ничего не дали. Прокурор просит 5 лет. Прокурор просит. Ну просит, вот и уже позор. Просит, уже позор. Прокурору позор, суду позор. Уже позор. Жить в этом позоре невозможно больше. Хватит уже! Понятно. Что это такое? Сколько можно? Мне 66 лет! И все время вожди! 21 век! Вожди родоплеменное строй! Нам не нужен вождь, нам нужен управляющий! Привет. Оля! Оля! Большое спасибо за поддержку, вот, потому что мне кажется, что именно в таком общественном контроле за действиями наших государственных органов и состоит гражданское общество. Очень много людей пришло наблюдателями на выборы, да, очень много сейчас будет ходить по судам, может быть, избираться в муниципальные, так сказать, депутаты и так далее. Надо потихонечку, так сказать, брать власть в народные руки уже. Сегодня уже все понятно, за 5 лет. Да, что понятно, что вы ожидаете? 5 лет ожидаю. Как было сказано. Это показывает одно. Прекрати бороться и, может быть, договоримся. Вот, собственно, и все. Как прекрати бороться? Как мне сказать в России сидящих 6 тысяч семей, что мы прекратили бороться? Как?